Бесплатный листинг в поддержку интересных проектов. Китайская платформа в области глобальных финансовых активов Five Econ запустила бесплатный листинг с целью поддержать интересные блокчейн-проекты. Все команды перечислены на веб-сайте компании. Среди них PlusCoin, DS Plus. Через две недели будут выбраны 5 хорошо подготовленных проектов. Количество баллов будет зависеть от активированных счетов, наличия токенов и объема торгов, который достигнет 0,2 биткоина, включая покупку и продажу. И несмотря на сложную политику Китая в рамках отношений и взаимодействия с криптовалютами, руководство Five Econ поддержит талантливые проекты и включит их в биржевый список. Напомним, что DS Plus – это платформа с кэшбэк-сервисом, работающая на базе мобильного приложения с интегрированным токеном PlusCoin, основанным на блокчейн Ethereum.